Начинаем сегодня со студенческой хоккейной лиги. После длительного перерыва чемпионат возобновился. Первым соперником Казанского федерального университета стал Казанский государственный медицинский университет. Встреча прошла полностью под диктовку Казанского федерального университета. Исход встречи был известен заранее, так как команда соперника смогла собрать у себя в составе только два звена. И за всю игру медики смогли реализовать только два броска, когда сборная КФУ устроила разгром. 21 шайба залетела в ворота медицинского университета за 45 минут игрового времени. Тотальный разгром, который поможет Казанскому федеральному университету в турнирной таблице, если придется считать разницу заброшенных и пропущенных шайб. И если медицинский университет КФУ прошли без проблем, то вот следующий соперник может навязать борьбу. 18 февраля Казанский федеральный университет встречается с Казанским авиационным институтом. И наш телеканал покажет эту игру в прямом эфире. Начало 18:00. Обязательно подключайся!